Тебе докудово, дяденька. В этот турище? Нет. Да поворот на Липовку могу. Хочешь? А у меня только денег нет, я забыл сказать. Да садись. Ну, нет так нет. Вдвоем-то веселей. Да уж. А до Липовки твоей далеко ли? Да не, не очень. А ты что, не здешний? Не здешний. Совсем, брат, не здешний. Ага. Из армии давно ли? С полгода. Женился? Нет, погожу. У нас вообще-то в Липовке девчонки есть. Недавно еще десятиклашек на ферму пригнали по комсомольской путевке. Но мне главное приводить ее некуда, если что. Две сестры, братишка, отец с матерью, и все в одной хате. Вот построюсь, с лесопилкой я уже договорился. Ну, слушай, давай я тебе такую девку сосватаю. Любка ее звать, красавица, скромница, умница. Что ты, прости господи, по комсомольским путевкам брать будешь? Здесь гарантия. Школу только что на одни пятерки четверки закончила. Работящая, хозяйственная. Давай я тебе ее адресок дам, а? Ведь жалко, такая краля пропадает. А что? Возьми там в бардачке карандаш, пиши. Ага. Она тебе фотку пришлет. Ты как увидишь, сам к ней как на крыльях прилетишь. Да, а ты бы это, ты бы свой адресок тоже дал, а? А она, я попрошу, может, и сама напишет. Пиши. Ну, вот так славно. На Липовку. Не за комбикормами, а то отвез бы тебя куда надо. Спасибо, и так мил человек. А крали, скажи, чтоб первым делом фотку выслала. А меня уж постарайся, опиши как следует. Заметано! Заметано! Куда, в город? Денег нет. Садись, кому говорю.
Да у меня у самого нет. Не ты один такой. Ремень накинь. А это зачем? Я, почитай, первый раз в такой машине. А это чтоб ты вон туда не полетел, когда мы столкнемся. А ну-ка скажи мне, простой человек, который никогда на такой-то машине не ездил, как называется это? Приходит из района письмо, без подписи, что в одном хитреньком доме отдыха, для людей не от мира сего, за полгода реализовано. 394 килограмма осетровых балыков, 888 килограммов свинины, отечественной, полтонны буженины, 165 килограмм чая индийского, 65 килограммов кофе. Проверяю, все точно. Именно столько туда и поступало. Спасибо. Причем, заметь, за полгода отдыхающих там было 51 человек. Вопрос, куда все это подевалось? Пишу материал, несу главному. Главный кричит, ура, кое-кто кричит, полетит у нас вверх тормашками. Дальше. А дальше приходит письмецо в конверте. Подписи. Секретарь райкома, председатель райисполкома, начальник милиции. Приложение. Протокол о нарушении общественного порядка вашим покорным слугой. Во-первых, оказывается, я пытался изнасиловать сестру-хозяйку этого самого дома отдыха. Ну, это ладно. Во-вторых, разгуливал нагишом в пьяном виде по центральной улице райцентра. Но третье, выкрикивал антиправительственные лозунги и так далее. И вот скажи мне, старик, как это нужно называть? Измена? О, какое слово ты вспомнил, старик? Ха, какое слово? Измена? Именно так. Только так. Как ни взгляни, именно так. А с вами как? Доказываю, что я не верблюд. Какой верблюд? Анекдот, знаешь? Бежит заяц по лесу. Его спрашивают, ты куда? Он говорит, так ведь объявили, всех верблюдов будут кастрировать. Ему говорят, так ты же заяц. А он, ну, заяц, я заяц. Тут только потом доказывай, что я не верблюд. Ух ты, леший, тебя раздери. Доказывай, что ты не верблюд. Ну, уморил ты меня. А докажете? Жизни не пожалею. В этой деревне огни не погашены. Мне тоску не пророчь. Светлыми звездами нежно украшена тихая зимняя ночь. Спасибо вам. Счастливо. Ты это, поаккуратней тут, без документов-то. Ну, дай вам. Эй, Савельев, поди вон того прощупай. Вон того, на биче похоже. Ага, слушай. Сержант Савельев, ваши документы. Эй, Савельев, поди сюда! Спокойно. Разойдитесь.
ты идешь, что ли, ядрёный? Это наше место. Конечно, ваше. Не бойся, я сейчас погреюсь и уйду. Еще чего бояться. Ну что застрял-то, козел? Дверь закрой. Дяденька сейчас погреется и уйдет. Что ж это вы так ругаетесь, ребятки? Да разве ж мы ругаемся? Видишь, как хорошо тут у вас. А то. Ну, давай, что ли. Что это? Вода. Мы только воду пьем. Хотите? Сюда менты частенько заглядывают. Нас-то они не трогают. Знают, что мы детдомовские. А я уйду скоро. Согрелся. Мне сидеть долго нельзя. Если хотите, возьмите. У нас в столовке его навалом. Вы попейте, мы уже. Хорошие вы, ребятки. Дай вам Бог, чтоб все было хорошо. Пойду я. Спасибо за хлеб. Хорошие вы, ребятки. Трамваи до автовокзала. Да нет, мне как-нибудь так, что пешком. Почему пешком? И почему вы пожилой человек в таком виде? Как не стыдно вам? Вы, видимо, выпиваете, наверняка. Матушка, у вас внуки. Вы посмотрите на свой вид. Марш сейчас же домой. Матушка, куда мне домой-то в чужом городе? Ограбили тут меня. Значит, правильно выпивши были. Да не был я выпившим, матушка. Значит, мне в Москву срочно надо. Ни копейки не оставили. Надо было... Потому-то и надо мне на шоссе на Москву. Может, кто Христа ради подвезет. А вы меня костерите. Если все так, как вы говорите, вам сюда надо, в исполком. А не на улице деньги выпрашивать. Там, если вы говорите правду, вам выпишут бесплатный билет и отправят. 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 Прямо сейчас он отправит. Пожалуйста, проходите. Будьте любезны. Ты от кого? Да подожди ты. Вот сюда, в приемную, вас ждут. Спасибо. Это я Витечке. Надержусь, чтоб не скучал. Москва, 12 ноября. В траурном обрамлении колонный зал дома Советов. Глубоко скорбят советские люди, все прогрессивное человечество в связи с кончиной Леонида Ильича Брежнева, выдающегося деятеля коммунистической партии, советского государства, международного коммунистического и рабочего движения. Отдать последний долг верному продолжателю великого дела Ленина, пламенному борцу за мир и коммунизм, руководителю коммунистической партии Советского Союза, что и Советского государства, Леониду... По телеграмме вот это и летел. Участники пленума Центрального комитета КПСС. Ага. А в Вознесенске самолет посадили. Так...
ты что на меня уставился? Да вот на моего начальника похож. Я? Ну. Начальника. Начальника говоришь. Погоди. Погоди, погоди. В скорбном молчании они прощаются с Леонидом Ильичем. До сюда добрался кое-как. Угу. А отсюда без билета. Бачев, посиди. Гришин, посиди. Громыко, Кунаев, Романов, погоди, Тихонов, кадет. Устинов, давай досмотрим. Черненко, Чернинск, очень важно. Алиев, Демичев, так. Долгих, Киселев, Кузнецов, о! Пономарев, Рашидов, Соломенцев, Шеварднадзе, Зимянин, Капитонов, Русаков. Вот, видишь? Чё видишь? Я же говорил, раз председатель похоронной комиссии, он и будет. Почему? Раз председатель похоронной этой командует, так значит, он и будет. Страны. Всего уговор, мира, что ли, такой? Идут и идут в эти дни тысячи телеграмм уговор, от государственных уговор. Деятелей, руководителей а партии и правительств, от миллионов простых тружеников. Эва, во врут-то, тысячи телеграмм от миллионов тружеников. Во врут-то. Ну ладно, тысячи телеграмм от миллионов тружеников вполне могут быть. К примеру, одна телеграмма от 10-тысячного завода. Соображай. Высокие награды Родины. Отмечают славный путь чего у тебя случилось? Руководителя коммунистической партии обокрали. Советского Союза и Советского государства. Отсюда добрался кое-как. Четыре так. Медали. А отсюда без билета. Героя Советского Союза. Золотая медаль, серп и молот. Своих денег у меня, к сожалению, нет. Труда. Орден Победы. За транспортом в командировке. Ленина. Два ордена Октябрьской революции. Другие ордена и медали. Приходите Советского завтра. Союза. А также награды братских социалистов. Завтра, так завтра. И других. Или вот что. Позвоните нам завтра по этому телефону. Ты мне лучше скажи, мил человек, как у вас тут на шоссе выбраться в Московское? Фу, да это очень просто. Руководители коммунистической партии. Видишь, улица Ленина. Подходит. Она и есть на Москву. Другим членам семьи покойного. Держи. Они выражают им глубокие соболезнования. Чего трешься здесь? Да вот в этой, в приемной было. А ну давай, 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 проваливай. Я никак не соображу, как мне на улицу Ленина выбраться. Вон там твоя улица Ленина. Так бы и сказал, милый. Чего тебе еще надо?
что же, дедушка, голосуешь, а сам мимо идешь? Тебе куда надо-то? Садись, если по пути. В Москву я. Эва, ну до Москвы я тебя не довезу, а до Фупаева могу. Садись. Христа ради, подвезешь, тогда сяду. Ну ты, дед, юморист. Договорились. Христа ради. И чего это ты, дед, в Москву намылился? Я говорю, чего в Москву ты намылился? Ко святым местам, батюшка. ГУМ, ЦУМ, детский мир. Понятно. Сам недавно был. Зубную щетку купил. 3 недели обмывал. Жена до сих пор не разговаривает. А ты тут хочешь? Отгадай, что такое? Не знаешь. Этот визит Леонида Ильича на Кубу. Это самолет летит, а это Леня с Фиделем у трапа встречаются. А вот тоже случай был. Бежит заяц. Да, бежит заяц. Ты куда, заяц? А вот, говорит заяц, указ вышел, всех верблюдов на живодерню. Вот и бегу. Показывай потом, что ты не верблюд. А то вот еще. Ну вот почему, скажи, эскимосы соленые огурцы не едят? Потому что голова в банку не пролазит. Они что, правда соленые огурцы не едят? А вот еще как-то англичанин, русский, немец и француз поспорили, чья резина крепче. А судью пригласили еврея. Мы вот собрались, они в парке. Тобой. Я ему анекдот отравлю, а он... Заснул я, парень. У тебя, может, случилось что? Ты, может, заболел? Нет, ничего не случилось. Да что может случиться? Ты мне лучше вот что скажи. От того места, которого привезешь, до Москвы далеко ли? От Фуфоева-то? Да нет, 200 километров. А ты все-таки, дед, сознайся, ты чего в Москву-то намылился? Ко святым местам, сказал. А ты что же, верующий? Как будто бы ты не верующий. А этого я, если честно, не знаю. Что-то такое должно быть, наверное. Деды наши, что ж уж, гости дураками были, что ли? О, хочешь случай расскажу? Со мной лично случай был. Однажды надо мне ехать в Демьянск за запчастями. С утра. И вот просыпаюсь я, у меня такая муть на душе, хоть вой. Гадом быть. Не хочу я ехать. Чувствую, что-то со мной случится в этом рейсе. Может, аварии, может, наезд совершу. Что случится, не знаю. Только вот хоть убей, не желаю я ехать. Посылаю жену. Скажи, дескать, что заболел, что с похмелья, что хочешь. Говори, только я говорю сегодня из избы не ногой. Ну и послали вместо меня Стасика. Был у нас такой совсем салага, только что с курсов. Ну и что же ты думаешь?
Едет он обратно из рейса. И вот за 2 километра, где я тебя посадил, узелок ему навстречу с прицепом. Прицеп узелка ни с того ни с сего отрывается. Волчком по шоссе. Бац. И прямиком в лоб. Жив он, правда, остался. Ногу по сих пор оттяпли, левая рука не гнется. Ну, калека, в общем, на всю жизнь. А ты говоришь. А совесть не мучает, что он вместо тебя оказался? Ага. Так я ему теперь и дровишек, когда себе беру, подкидываю, и бутылочка, когда никогда подъеду. Он-то не знает, думает, что я по дружбе или там из жалости. Иной раз и сам просит помочь. А я-то знаю, но молчу. Вот тебе, считай, второму рассказываю, поскольку ты чужой. Жене тоже велел. Если, говорю, ты хоть кому-нибудь словечко, убью. Вот такие вот дела. А ты, дед, когда в святых местах будешь, свечку или чего там надо поставить, поставь? Ну, чтобы, значит, как это называется, не знаю. Меня Тимуром зовут. Тим. Садись, шеф, садись. Приезжайте, сынки, я сам. Садись, кому говорю. Спасибо. Нужен он нам. Ну вот, кирпич висит на заборе, джинсами зацепился, орет нам. Пацаны, дерните кто-нибудь. Сторож и друзья, бац! Кирпич от страха как заорет. Дяденьки, я больше не буду. Кирпич как дернется, как заорет, джинсы вжик до колена. Мы потом ходили смотреть, так он железный пруд дугу согнул. Железный пруд. Да. Может, забыл кто? На елку-моталку идем, возле стройки собираемся. Меньше чем 20 человеком идти туда гроб, весь гемоглобин выпустим. Ты, Лоб, бери с собой Казика, Берендея, Лобзика. Тащи халяву, саботажников всех троих. Они, ребята, крутые. Понял. Кто там еще? Буби брат из армии приехал. Десантник. Вот вы окнам, а? Да уж. Мы бы ему устроили хрустальную ночь. Ну что, Буба? Так, значит, да? Ну-ну. Серый, не заводись. Нам обратно надо. Машину ставить. Да вы гляди, хозяин проснется. Стоп. Тормози. Здесь, дядечка, нам сворачивать. Так что до видения. Эй, шеф, а про денежки-то забыл? Ай-яй-яй, детей нехорошо накалывать. Так у меня нет. Я думал, вы просто так. Слышь, Лоб, он говорит, что у него денег нет. Ты что, не может быть. А Лоб на него столько бензина сжег. А что ж делать-то, а? Вы что, ребятки? А ну-ка,
Лоб, подержи меня. Ах ты гад! Иди сюда, иди! Ты что, подонок? Ты что, Буба? Ты куда лезешь? Тебе больше всех... На десантника надеешься! Больше всех... Она станет! Получишь! А, хватит! Мальчик. Ну, ребята, все, все, хватит! Поехали же, ребята! Я заберу его! Отпусти руку! Стоп, поймите вы или нет? Все, поразняли тебя! Кончай, Серый! Сейчас кончим! Кому говорю? Ну, быстрее! Вылез собака! Кончай, все! Уже! Да ладно, хватит, поехали! А с тобой потом разберемся! Да пошел! Документы есть? Нет. Почему? Избили. Ограбили. Кто избил? Кто ограбил? Пацаны ваши вон, на машине. Описать можешь? Какие они из себя? Сволочи они. Где живешь? Адрес? Не здесь, там, далеко. Давай-ка садись в машину. Разберемся. Мне нельзя. Мне в Москву надо, на похороны. Ишь ты, в Москву. Так там тебе и ждут такого. Красавца. Сержант. Давай-ка для начала к нам заедем, а потом уж в Москву. Вот, товарищ лейтенант. Подобрали на шоссе. Товарищ идет в Москву. Документов нет. Ага. А почему же, дорогой товарищ, у тебя нет документов? Обокрали. Да ну, обокрали. Ну и как же тебя обокрали? В Вознесенске. В аэропорту. Протокол. Рапорт. Вы свяжитесь, а? Ага. Прямо сейчас и свяжемся. По спутниковой связи. А теперь давай-ка мы протокол составим. Только по-честному, без вранья. Фамилия. Чашкин. А может, Плошкин? Ты подумай. Плошкин. У меня же телеграмм есть. У тебя там, может, что-нибудь еще есть? Логвиненко, обыщи. Вот. Бумажка с адресами, корка хлеба. Хлеб выкинь, бумажку давай. Это мне один шофер адресок дал. Не боись, все будет в целости. Больше ничего нет? Ну, вроде нет. Ну, тогда оформляем как бомжа. Да не, я Чашкин. Лейтенант! Лейтенант, я требую врача! Будет тебе врач из Москвы! Пиши-ка вот здесь. Иди отдыхай. Завтра будем с тобой разбираться. Чашкин, Плошкин. Поварешкин. А с телеграмм ты что-то новенькое придумал. Все остальное слыхали не раз. Отдыхай.
помогает. Здорово, Петруха. Давненько я не видел твоей противной рожи, друг ты мой любезный. Пусти, сержант, я Петеньку своего поцелую. Куда? Ну что у тебя все какие-то грубияны? Ну как ты их воспитываешь? У них нет никакой боевой и даже политической подготовки. Опять нажрались, Иван Евдокимович. А кто это учил тебя таким словам, а? Петя Хохоряков не нажрался, а вкусил. Внутриутробно. Дабы попытаться, Петюнчик. Хохоряков слушает. В какой-то степени притупить то чувство утраты, которое я испытываю совокупно со всем прогрессивным человечеством. А ты что, не испытываешь чувство утраты, а? Ушел, понимаешь, из жизни. Выдающийся борец за прогрессивно угнетенное человечество. А ты, понимаешь, сидишь тут и сажаешь за решетку лучших людей России. Нас было много на челне. Иные парус напрягали, другие, как это там, Пушкин Александр Сергеевич. Да не собирайся вас сажать, Иван Евдокимович. То есть как? Значит, среди лучших людей России ты меня не числишь? Хотите, посажу. Тогда будешь последний подлец. Сажать любимого учителя. Лейтенант Хохряков слушает. Который научил тебя слагать из буквок родного языка. Понял. Слова протокола. Логвиненко. Правильно сделал, Александр Сергеевич. Давай. Что застрелился? Пошли. Я 10 раз говорил, не приводи его. Приводи, не приводи. Ведь они перед райкомом партии в клумбу мочились. Отвезешь домой, потом поедешь на елку-моталку. Ладно. А где он? Ты где? Погиб и кормчий, и пловец. Логвиненко! Лесняй! Какой-то там певец! Слезай, певец! Мой дядя самых честных правил! Давай! Когда ни в шутку, ни не мог! Вали, Пушкин! Он уважать себя за... Сынок, прости. Эй, Поварёшкин, пошли автограф давать. Проходи. А вы не знаете, на какой день хоронят? Дня два вроде. Эй, Логвиненко, на какой день хоронят? На второй, кажется. Иногда на третий. Мне бы лицо умыть, а вон чувырло какое. Там умывальник.
Возле вашего тепла погреться малость. Я не курю. Пойду я. Пойду.
Дядечка, да ты чего это? Довези до Москвы. Сил уже нет. Битый час ни один не останавливается. Богом прошу. Мне его. Ох, как надо. Матушку сегодня хоронят, а я, видишь, ты никак не доберусь. Довези, парень. Так чего же это? Я тебя на земле ради стоять. Прошу, довези. Никто, ни один я не останавливается. Я, парень, довези Христа ради. Ну, поехали. Спасибо. Поехали, дядечка. Парень, только у меня ведь денег нет. Совсем нет. Верь слову, парень. Смешно мне у вас тут ездить. Все вы тут как сговорились. Деньги так и суете, а отказываешься. Так вы ж дурные, еще и обижаетесь. Забирайся. Садись. Совсем уж окопели с этими деньгами. Оно, конечно, понять, чего же не понять. Жизнь, видать, тут у вас, ой, как недешево. А ты издалека ли? Из-под самой Архангельской, вон аж откуда. Не думал, не гадал, что когда-нибудь попаду в столицу. А тут случай. Мужик наш с центральной усадьбы поехал в дом отдыха, а в Москве на вокзале. Возьми да и помри. Телеграмму прислали. Приезжайте, дескать, забирайте. А не то, как беспризорного, студентам на учебные пособия отдадим. Но это они, конечно, не писали. Это директор наш, когда посылал, так говорил. Вот и еду. Трясусь, а еду. Дальше райцентра не было нигде. А сразу эвон куда? Вы в Москве, небось, часто бывали. Как там? Да не был я там. Я ведь раз в 10 дальше тебя добираюсь. Машин, небось, не пробьешься. Светофоры, небось. А я, когда на права сдавал, про светофоры и не читал даже. Зачем нам? Ой, боюсь, дядя. А ты не бойся, ты как все старайся. Я тоже так решил. На цыпочках. Распрошу, запомню, куда надо, и посередочке, на цыпочках. А вось и доеду. А как повезешь земляка-то? Так домовину с собой везу. Сосед за ночь вытесал. Мне бы только его вызволить. Как нехорошо получается. Одной родни у мужика пол района, своих детей четверо штук, а не могилки, не пристанища в своем краю. Не приведи Бог такому случиться. Я вот тоже еду. А может, уже похоронили без меня? Неладно будет. Ну, экипаж у нас подобрался. По одинаковому делу спешим. Нарочно не придумаешь. Еще поста скажут, что делать. Ага. Я ж забыл совсем. Они там этого все еще хоронят. Ай, как нехорошо. Ай, недобро. Я этому-то объяснил. Мне до первого поста доехать, там машину оставить, а самому в Москву пеше ехать. А как же я его-то оттуда тащить буду? Ой, нехорошо. Ой, недобро.
Ну, залезай же. Куда едем? Новая деревня. Недалече, сказывали. Недалече. Сказывали. Какая прелесть. Правда прелесть, Боря? Стась, ну зачем ты его писать? Она стесняется при посторонних. Но у тебя все равно ничего не получится, Гарик. Он постарается. А меня интересует, стоит ли стон Руси Великой? Интересует. Велика ли скорбь в народе? Интересует. Что бают в народе, а? Отец, что бают? Что бают? Ничего не бают. Слышь, Гарик, ничего не бают. Отстань, меня другое интересует. Боря, а ты слышишь? Тут третьи сутки не просыхаешь от слез. А в народе ничего не бают. Неужели правда, отец? Говорят. Измены. Вот что говорят. Как? Измена? Измена. Ух ты. Сегодня обязательно папашке расскажу. И хватит папашку Кондрашка. Ты бы высадил его, Стас. От него ногами пахнет. Правда высадил. Воняет у вас тут. Ух ты, Гегемон Гегемоныч. Ладно. Иди в свою новую деревню. Она тут недалече. Сказывали. Зараза. Из-за вас же... Через одну. Сейчас автобус подойдет, остановку проедешь, на другой сходи. Вот тебе и будет новая деревня. Автобус? Это, небось, за деньги? Ха. Да уж не за так. Где ж так изгладился-то, милый, а? Аль, луж какой спал? Спать не спал. А поваляли меня изрядно. Ха, да больно уж не молоденький, чтоб валять тебя, а? Сказать дня не хватит, как валяли, как били, трепали. Да что с тобой такое приключилось? Рассказывай. А кладбище в новой деревне есть ли, далеко ли? Рядышком. И не верится. Ты знаешь ли, матушка, откуда я добираюсь? Ну. Из Егоровска. Аж из самой Сибири. Ой, врешь. Это ж какие тысячи километров, да? Тысяча. И не верится. Неужели добрел? Москва, 13 ноября. Москвичи,
все советские люди прощаются с Леонидом Ильичем Брежневым. Колонный зал Дома Союзов. В скорбном молчании проходят представители всех поколений, всех национальностей и народностей нашей страны, люди разных профессий и судеб. Всем им бесконечно близок и дорог Леонид Ильич, чья большая жизнь и многогранная деятельность неотделимы от истории нашей Родины, от интересов и устремлений партии и народа. Погодите! Погодь! Погодь! Погодите же! Погодите же! Погодите.